Ну что, уважаемые ребята, я в свое время в начале года напутствовал вас на новый чемпионат, который начинался в то время. Я вас поздравлял с началом. Вы провели тяжелый сезон. Вот, я думаю, что в любом случае и выигрыш, и проигрыш все равно дало вам какой-то толчок. Вот, и вам приятно было проводить время вместе. Вот. Ну, а сегодня я хотел бы к вам прийти. Я думаю, что меня будут приглашать. Я буду как приглашенный гость, потому что это будет уже третий сезон подряд. Я с удовольствием с вами встречусь. Вот. Ну и проведем этот вечер вместе.